Самый известный певец гей Элтон Джон не собирается отменять свой концерт в Москве, запланированный на декабрь этого года. Певец хочет оказать поддержку российским гомосексуалам, которые, по его мнению, страдают от российских законов. Запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних приняли в России летом этого года. Он уже вызвал острую критику за рубежом.